Турнир по боулингу среди работающей молодежи в Пинске уже стал традиционным. По словам организатора городского комитета БРЦ, для участия в таких мероприятиях всегда много желающих. Вот и в этот раз в боулинге соревновалось 7 команд. Представители Пинского отдела департамента охраны, ГРУЧС, детской больницы, Пинск-Древо, Кузлитмаша, мясокомбината и педагоги учреждений образования города. У общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи предусмотрены мероприятия для различных категорий молодежи. И мы сегодня собираем здесь работающую молодежь, в том числе в связи с 75-летием освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Вот мы придумали такую форму проведения досугового мероприятия. Поучаствовать в этом мероприятии могли все желающие, даже те, кто ни разу не играл в боулинг. Мы предоставляем полчаса на разминку, и многие ребята, я думаю, освоят для кого-то совершенно новое направление. Это интересно, и это за здоровый образ жизни. Что касается результатов турнира, то третье место заняла команда «Пинск-Древо». Вторыми стали представители ГРУЧС. А первое место со значительным преимуществом досталось команде Пинского отдела департамента охраны.